Всем йоу, дорогие друзья! Привет, с вами пупсики. Сегодня, как же так, Кофи, Варфач, Фреш, и, конечно, Сэнди Пай. И сегодня у нас новая серия по маничку в КСГО! Всем здорово, ребята! Каркает тут чуваково, бро! Да, так, ну что ж, друзья, сегодня у нас вот такая вот карта, там нычек очень много, тем более телепортов, вот поэтому сегодня будет очень крутая серия. Ну что ж, друзья, всем приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем! Погнали! Хочешь эту тачку? Тогда тебе в автосалон. А у нас ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами, новую систему апгрейда дропа, бесплатные кейсы и, самое главное, достойную окупаемость. Just Case. Крутые скины, доступны каждому. Переходи по ссылке в описании, чтобы получить бонус к пополнению. Ну что ж, друзья, наш первый раунд и маньяк у нас, конечно, Андрюшенька. Друзья, пацаны, погнали, покажу вам крутую нычку, куда она идет. Пойдем. Нахера нам площадку идти? А я с тобой спрыгнул, нормально. Не надо было повторять. Вот нужно было прыгнуть только вот сюда. Вот за мной и вот тут. Офигенно, ты нас на площадку прыгнул. Нормально. Макс, вот тебе обязательно говорить про вот это вот, про подробности-то зачем, Макс, какие? Скажи, пожалуйста. Это все фотошоп, врачи. Это все фотошоп. Так, ну все, Андрюша должен выйти, по идее, через три. Он выходит. И вот он, Андрюшенька, вышел. А где вы? А на площадку иди. А наверх, посмотри, Андрей, а наверх, наверх, на самый верх. Посмотри, как бегут облака. Лох. Почти, кстати, попал. Лох, не докинешь, не докинешь. Не надо, Андрей, не надо поджигать нас. Можно докинуть, мне кажется. Разве? Ну попробуй, Андрей, давай, даем еще тебе одну попытку. Давай, так, выше нашей платформы попробуй. Лох. Получил! Ладно, Андрей, все, ты воспользовался своим шансом убить нас. Ой, Андрей, если ты внимательно слушал Максима в начале раунда, когда мы еще прятались, то должен был узнать на самом деле, как это попало. Нет, да что это начинается такое, Андрей? Выходим, давайте, давайте, я вас буду выкуривать, давайте оттуда. Бегите, бегите. Андрюшенька, нет. Так, давайте, пацаны, что вы, да? Андрей, ну нет, да тут так нету, сколько? Все, я ухожу, пацаны, я ухожу. А что, засал, сдался? У меня 2 хп! А что за херня? Зачем подлетел? Я не подлетел, я открылся, отпрыгнул, и я вас просто достал, Макс. Я схитрил. Тихо. Охренеть, он хитрый. Фургон, кидай коктейль молотого. У меня 2 хп осталось, 2 хп, вы понимаете? А тебе какая разница, Андрей? Все, не важно, где я. Давай фургон закину, Олег. Какой фургон? А, нет, где там нет. Какой фургон? Андрюшенька, ты чего, Андрюшенька? Ну, где ты, Олег? Не скажу. Ой, Кирилл, и Кирилл тапнулся, все нормально. Да, Андрей, нормально. Тебе не обязательно знать, кто где находится. Олег, я вас выкурил уже минус один. Нет, Андрей, нет, Андрей, ты меня не найдешь. И Кирилла тоже не найдешь. Меня точно не найдешь. У нас с Кирюхой такие позиции, что, Андрей, ты просто реально нас никогда не найдешь. Ну, вы не в доме. Нет. Не знаю, подсказывать не могу, Андрей. После того, как ты нас выкурил, подсказки я точно давать не буду больше. В натуре поджигатель. У меня 2 хп осталось после этого. Я одну подсказку дам, и все, для меня ГГ, это конец. Ну там такую подсказку. Ой, промахнулся, ну ладно. Но по идее выстрел... Подсказки достаточно у него появиться должно было. Ну да, по идее выстрел ты должен был слышать. Ты не слышал выстрел? У меня наушники плохие, давай еще раз. Вай, фургон на дерево. Ну ты искупайся в бассейне, Андрюшенька, искупайся! Макс, ну нафига? Это надоело его троллить, мне жалко его, мне жалко его. Он бы так не... Ты вот серьезно, Андрей, меня никогда не найдет. Андрей, ты вот сейчас серьезно, то есть... Блин, ты реально, Андрей, давай вот без подсказок, ничего. Андрей, вот проверь. Андрей, три. Три. Два! Попадает, не 3-2-1, не 3-2-1, а 3! Что происходит? Андрей, ты издеваешься, что ли? Андрей, вспомни, что такое 3. Подойди к фургону и внимательно изучи фургон, Андрей, внимательнее! Да не надо его поджигать, просто внимательно изучи! Андрей, ты издеваешься, что ли? Андрей, forest, 3. Неужели, красава?
Слушай, Кирилл, давай вылезай оттуда. Так, пошел нафиг, а? У нас сегодня маньяк подрывник поджигатель. Да уйди! Ты дерево, ты что поджигаешь? А, сейчас Гринпис позвонит тебе. Перед тем, как он чтобы вышел, я его сейчас подожгу. Да зачем? Это уже надоело мне. У тебя там нормально? Слушай, ну я КП там много. Пацаны, гоу. Олег, ну он же слышит. Да не он слышит, тот у него там полыхает, все горит. Я не закрыл. Максим закрыл дверь, Коля. Пацаны, вы издеваетесь, что ли? Сейчас закрою. Вы в курсе, что я всегда отличался сообразительностью того, что у меня очень хорошие наушники? Я четко слышал, что вы... Вот сейчас кто-то кинул прямо передо мной гранату. Я не успел, она не закрывается, пацаны. Вот и опять кто-то. Она никак не закрывается. Эта дверь в доме, она никак не закрывается, пацаны. Кирюха. Он реально поверил в это. Кирюха, посмотри на нас. Кирюха, ты серьезно? Ты че? Идиот, тупой. Фейсбук, пацаны, вы куда? Я хотел... Пацаны, мы-то гореть не будем, это... Кто кинул? Вы нормально вообще? Андрей, мы с тобой не горели. А как вы попали туда? А тебе сейчас скажи, там дверька есть в доме. Я Кирилл так что видел. Вон они. Пацаны свалил. А, нет, зачем я к вам пришел? Я думал, Кирюха, понял, где мы. Нет. Ага, типа я не вижу тебя, да? Оп. Сзади, как? Да, конечно. Ты серьезно, как ты Андрей это не увидел? Как ты Андрей это не увидел? Нет, сюда иди. Так. Нет. Ой, нет. Какой все ребристое. Андрюха, помоги. Андрюха, спаси, Олег, помоги, нет, пожалуйста, прости, Андрюха. Нет. Андрюха, мне нужна ваша помощь. Олег, это бизнес. Меня прости. Это какой не бизнес? Остановит. Ты про что говоришь вообще, Андрей? Какой бизнес, а? Он в доме, он в доме. Олег, беги нет, по площадочке, нет, зря, беги. Зря. У тебя хп мало. Я знаю, что у меня очень мало хп. Так. Давай, в туалет, Олег, самый все. Правый забегай. Да. Олег, да блин. Так, Олеженька, пойдем, Макс и Олеженька, пойдем тебе воспрятать. Так, парни, в этот раз Кирюха у нас снова маньяк, и нужно соседи где-нибудь посерьезнее. Погнали со мной. Ребят, есть такая нычка, что просто мака. Куда, Олег, я спрятать тебя. Ну, ладно, давай. Оу, нормально, ну-ка. Мы тут сбежим, мы увидим, как если сюда придет. Я хотел показать другую нычку, хорошую. Ну, вот, мы сходим. Я точно слышал, что кто-то разбил стекло в доме. Тебе как всегда показалось, Кирилл. Тебе как всегда показалось, понимаешь? Если что, Олег, мы просто заведомо раньше увидим, мы сможем убежать. Ну, конечно. У нас будет полно времени. У нас есть план Б, план С, план А. Короче, мы, если что, уйдем отсюда. Когда Кирилл. Играете за маньяка, делайте громкость погромче, и все будете слышать. А, конечно. Да, Кирилл, ну что-то тебе это не особо помогает, потому что прошло уже сколько? А ты же вышел уже там, да, Кирилл? Ты уже, да, там, я уже смотрю. Ты уже откинулся, да? Хорошо. Не-не-не, я прям хорошо смотрю, так, прям вот все нычечки. В каждый уголок прыгаю, понимаешь? О, я открою. В смысле, вот. А ты что, не знал про это? Нет. Слушай, тут же даже показывается, типа, что... А куда она показывается? А куда она ведет? Вон, ты не видишь вон отсюда, посмотри, прямо и налево, ты не видишь, что ли? Пойдем. Так, а сейчас-то зачем туда идти? Кирилл-то даже и близко рядом с нами. А, нет, вот все видел. Он видел. Рядом? Да, рядом, очень даже. Но нет, пацаны... Так, значит, я в правильном направлении, но не да? так рядом, не настолько рядом, понимаете, пацаны? Чё, он побежал там в сторону там недостроенного здания, за где третий ван наверху. Вот там сейчас как раз таки находится, да, Кирюх. Вот, ну и как бы я сейчас хотел, конечно, бассейн поплавать. Как бы я хотел, лето, да. Как же я бы хотел сейчас поплавать в бассейне. Ну-кась. Как же это было круто. Подожди, у меня на карте здесь обозначено, что. А что там такое? А что там у тебя обозначено? Подожди. Смотри, вон. Олег, ты здесь? Уходим. А тут лестница большая, чё? Андрей, лучше беги! Андрюха, лучше беги! А то потом времени не будет, да? Давай вот тут встанем. Привет, Макс. Давай вот тут встанем, если чё, мы его увидим, пацаны. Если чё, мы поймём, когда он будет приближаться к нам. Так, Кирюха, и шо? Кирилл, ты нашёл нычку в бассейне? Подожди, он, походу, не нашёл. Нашёл, я телепортнулся. Найс, пацаны! Да. Кирилл, а теперь иди туда еще. Иди туда, Кирилл, еще раз и поищи там. Да, внимательно, Кирилл, внимательно. Там даже стрелочками показано, куда идти надо. Вот просто вот. Ой, Кирилл, ты так ошибся, просто. Мы были у тебя в руках буквально просто все. Так, ладно. Ну на самом деле как. Он бежит, Олег, он идет. Ничего, я не бегу, ничего. Пацаны, вот сюда прыгайте. Пацаны, вы видели, куда я прыгнул? Давай. Да, я прыгнул. Я тоже прыгнул. Куда? Он не видел? Тихо.
А я, подожди, тут только Макс. Пацаны, бегите! Пацаны, сваливайте оттуда, бегом! А, боже, блин! Олег, уводи нас, сдох. Я не знаю ничего больше, я не знаю никаких больше нычек на этой карте, Андрей, понимаешь? Да. Пожалуйста, не надо искать меня, Кирилл, пожалуйста, ну не делайте. Если кустики не начнут качаться, то... Я ромашечка, я дуванчик, я кустик, я пчелка. Мне нужно понять. Прием принцессы закрыт. Жалко, я воткнул. Дальше по улице обратитесь, там нормально, там получше будет. А сейчас у нас Максим Маличок. Да, мы уходим. Нам нужна серьезная нычка. Какая-нибудь такая. Есть, погнали за мной, пацаны. Так, вот сюда заходим. Так, закрываем. И вот сюда, пацаны. Олег, ну я тут был, это несерьезно. А я больше других нычек-то и не знаю, Андрей, понимаешь? Что нету. А там еще есть нычечка. Ну, слушайте, просто он уже вышел, поэтому я бы на самом деле... Подожди, а вы уверены, что он вообще сюда пойдет? Ну, не знаю, просто... Вон он стоит, смотри. Ой, привет, Максим, здрасте. Так, пацаны, на вашем месте я бы отошел оттуда. А у него тазер. У него как-никак тазер. А дом-то вот поджигать вот... зачем? Он, кстати... Просто так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Иди сюда. Пока кто там... Сюда. Подожди, стой. Он шел. А сюда, ты... на краешек. Подожди, сейчас, погоди. А? Вы понимаете, что Макс сейчас на изи может допрыгнуть и стазер убить? А где он? А смысл на крышу подниматься, если на крышу и так можно на изи залезть? Та же лестница на заднем дворе. Сука. А, точно. Ты мог не говорить про нее. Кто-то горит. А, нет, не горит. Макс там пытается что-то закинуть. Че, никак, Макс, да? Никак. Неадекватный, что ли? Давай, ловлю. Никак, Максим, да? Нет, что-то ты можешь давно поднялся бы на чаек зашел. Сука, вы надоели. Не так, что ты делаешь, а? Давай, поднимайся. Опа. Так, по-моему, пацаны, я все, конечно, поднимаю, да, но нам, по-моему, сейчас лучше всего... Нет. Уходи. Да, уходите, а я пока пошел. Уходи, дверь закрой, у меня теперь... Только не говори, Кирилл, что ты... Подожди. Нет, он за мной бежал. Бежи! Это кто? Андрюха за нами бежит! Андрей! Олег, ты виноват во всем. Нет. Тварина. Нет. Андрюха водила, ёпта. Андрюха, водила. Олег, ты из-за тебя все. Нет, стой, подожди. Макс, наказывай. Мы как раз на кухне, давай. Я приготовлю борщ тебе, приготовлю. Как раз на кухне, вот, я приготовил, сгорел на работе, так сказать. Так, пацаны, ну что, значит, маньяк, ой, здрасте. А что это вы там делаете на втором этаже? А я ничего не делаю. Я сейчас приду к вам, Кирюшенька, вы же сейчас все понимаете. Давай, приходите. Сейчас Олег придет, а сейчас как плюнет в тебя. Всего, Андрей, я так не делаю, в отличие от некоторых, как бы, да. Не будем показывать. В отличие от кого, Олег? Не будем показывать пальцем на Андрея, как бы, да. Можно? Так, здесь кто-нибудь есть? А где все, пацаны? Я, конечно, все понимаю. Мы заныкались. Олег, ты же у нас молодец, уже у нас всю карту знаешь. Да, давай. Не надо. Ты же ее перед тем, как записывать, проходишь. Ну, конечно, я изучаю нычки, так, да, что все, вы там вот, такого? Пожалуйста, по всем нычкам ходишь. Но не все. Так, позвольте. Олег, давай ты не будешь это нам все рассказывать, а будешь просто смолчать. Так, здесь кто-нибудь есть? Да почему никого нет-то? Олег, одно тебе скажу, я вообще ни в одной нычке не нахожусь, я без тоже. Ноуклипа, я вообще стою просто на улице. Это очень странно, что ты без ноуклипа, на самом просто, деле, просто в открытые стоишь. Подожди. Ну как сказать в открытую? Погоди, стой. Ай, здрасте, Кирюшенька, здрасте. Так, теперь я как понимаю, мы поменялись ролями, да? Теперь я пчёлочка, я просто думал, что у меня получится. Пчёлочка? Да, тёлочка. Пчёлочка. Он сказал тёлочка. Нет, Андрей, я сказал пчёлочка. Олег, у меня всё записано, Олег, тёлочка. Зачем? Ну, Андрей, зачем? Так, вы мы бросаете где-то отсюда, что летает, да? Так, не понял. Погоди, не понял я чего-то. А, смотрите. Вон Олег на вышку забирается, я вижу, с диванчиками, вон он там стоит. Как ты меня видишь?
смысле, я залез, посмотрел. Куда ты залез? Олег даже не увидел. Прикинь. А, блин, воу, прикинь. Все, я понял. Да. А, интересно, а как вы туда залезли, Максим, а? Телепорт. Вон, Олег, да, смотри. Я тебя, бля, блин. Ой, Андрюшенька, здравствуй, миленький. Иди как сюда, дела? Иди сюда. Андрюшенька, ну иди сюда. Не надо, достань, я тебе Максима сдам, тварь. Да я видел, вон он летает спокойно. Да, сука, я обратно с вами задеваю. Лучше умри. Так, погоди, как попасть к Максиму? Давайте думать вместе, окей. Ну, клипом. Никак. Так. Бросай канату, забирайся. Тут еще эмоционный крает. Говори, мгать. Погоди, блин, да нет, Макс, я же не допрыгнул до тебя. Есть какой-нибудь? Да, в крысу играет. О, кстати, у меня, в принципе, есть... А ты попробуй на ветку натянуться, так это, типа... Ой, Макс! Это как мультик пневмому выстрелить. Макс, ну там все, это ГГ. Макс, я же видел, как ты улетел, Макс. Чего? Олег тебе показался. Чего? А что это было? А что это было тогда? Скажи, пожалуйста. Тихо. Что это было такое, а? Не, Макс, а ты где? Макс, ну ты куда? Макс! Врум. Если... Опа! Здравствуй. Ну все. Побегал, добегался, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот сегодня серия по Муничку в КСКО у нас получилась. Я надеюсь, что она вам понравилась, и вы, как всегда, поставили свой драгоценный лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Варпач, Фреш, Энди Фай. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока-пока-пока. Всем пока.